Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Негативные качества личности с числом имени 1 – эксцентричность, эгоистичность, доминирование над другими. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.